мой девиз «Создаем красоту своими руками», а для этого не надо много денег. И сегодня мы с вами делаем, это делаю, конечно, я, но вы увидите, как я это вращаю из вещей, со временем надоевших, в новые ослепительные, уникальные наряды. Итак, первая вещь, которую я вам показываю, это свитер. И я решила его обновить, сделать его очень модным и очень красивым. Итак, вы видите, у него здесь очень красивая вставочка. Она легкая, ее не тяжело носить, и когда пришиваешь к воротнику, то, в общем-то, вниз это не тянет. Но вид очень красивый. Я ее еще не до конца шила. Задней стороны. Это украшение. Основа сетки. Сетка подшивается. Эти вставки я купила на Алиэкспресс. Ну, стоимость их небольшая, но зато вы вот пришив обыденные вещи, такой вот праздничный свитер, очень модный. И сегодня мы с вами будем заниматься переделкой шерстяного пиджака. У этого пиджака красивые пуговицы. Я купила его в магазине Wall Street. И здесь очень большой процент шерсти. Я его носила не так часто, но он уже поднадоел. И я решила его обновить. Для отделки я купила такой золотой шнур. Вот вы видите, я уже почти сделала пиджак. И, в общем-то, я в нем даже ходила в консерваторию на концерт. И потом решила, что надо его усложнить. Так, вот этот карман, который я отделываю. И вот этот я еще шью. Он мне еще в процессе находится. Поближе сейчас брошку покажу. Такой орден импровизирован. Но этот орден сделан из материала. Показываю. Лавочки. И вот мой карман, который я шью. Немножко осталось дошить. Может быть, потому что мне в роду была белошвейка, но мне очень нравится все вот улучшать, делать дизайн одежды. Ну, в общем, я получаю от этого огромное удовольствие. И посмотрите, какие красивые карманы я сделала, как я их украсила. Не знаю, мне очень нравится. Сейчас модно украшать карманы. Вы видите удлиненный кардиган из вискозы. И на спине у него сделано вот тоже такое украшение корона.
Эта корона выполнена на сетке, очень мелкой, очень прочной, специальной. На нее нашита и тесьма такая серебристого цвета, и пайетки. Она очень мелкая, лицевая сторона этого украшения. А это вот, видите, на сеточке, это как раз изнаночная сторона. Вот сеткой на нее все это пришито. Я заказывала все это на Алиэкспресс. Это и не так сложно пришивается. Вот, ну еще покажу кардиган с другой стороны. Черный удлиненный кардиган, который очень хорошо мы обыграли. И еще хотела сказать, что сейчас очень модные различные вышивки и аппликации. И вот эта корона на спине, она очень элегантно придает такую изюминку, получается. Это такой и вечерний туалет, чтобы он все-таки был, оставался более вечерним туалетом и был более такой интересный, то у меня еще есть идеи, как мне постоянно рождаются какие-то идеи в голове. Хочу здесь еще такую жемчугом. Жемчугом здесь, жемчугом тоже вот эту капельку сделать. Вот капельку. Идей много, осталось воплотить их в жизнь. До свидания, дорогие друзья. До новых встреч.